На Камчатке появится центр детской медицинской реабилитации. Он будет работать на базе двух медучреждений Камчатского края в Петропавловске и городе Елизово. О создании центра договорились глава Камчатского края и главный реабилитолог российского Минздрава. Одно из отделений будет расположено в детской поликлинике номер один Петропавловска-Камчатского, два других в структуре Елизовской больницы. В скором времени начнется обучение сотрудников центра. Часть врачей пройдет стажировку на кафедре неврологии, физической и реабилитационной медицины мединститута РУДН, часть в научно-практическом центре детской психоневрологии Москвы. Также в планах регулярное повышение квалификации врачей. Появится и амбулаторный этап реабилитации, и стационарный этап реабилитации. Особую тревогу вызывают детки с психоневрологической патологией. Сегодня, к сожалению, нет специализированных учреждений, которые бы оказывали реабилитационную помощь этой категории детишек. В таком центре, в новом, мы прописали наличие и стационарных коек, и амбулаторного центра, который будет заниматься с этими детьми, в том числе и с детьми с нарушениями речевой функции. Рассчитываем, что до конца года мы такую структуру у нас создадим. Она будет достигнута за счет трансформации, с одной стороны, подразделений детской поликлиники, с другой стороны, Елизовской больницы. Мы создадим такое подразделение, которое будет специализироваться в том числе с активным использованием дистанционных технологий, консультаций в дистанционном формате, которые позволят сделать доступными услуги по реабилитации, в том числе для детей, которые проживают в самых отдаленных поселках Камчатского края.